На связи ультравыхлоп, и сегодня мы прокачиваем Камри, Камри 2.5. Делаем здесь разводку на две стороны, две банки, две насадки. Владелец – человек, уже имеющий детей, и, соответственно, ему не нужно сильно громко заявлять о себе. Он и так все понимает, и для того, чтобы сделать эстетично, органично, но вместе с тем в меру, мы выбрали более классический вариант. Он подходит большинству владельцев, даже тем, которые не хотят тюнинговать сильно выхлопную систему автомобиля. Задумайтесь над этим, потому что здесь мы выбрали очень мягкие и тихие банки. Здесь мы выбрали каплевидные насадки. Они практически как классические варианты, только более подходят к пластику. Диффузор здесь владелец уже поменял. Под него мы подобрали насадки, подобрали по звуку банки. И сейчас начинается процесс волшебства, процесс работ в нашем сервисе. Это все занимает около 4 часов времени, и в конце мы получаем вот такой вот эффект.